Представители местного отделения «Единой России», сторонники партии, навестили жительницу Одинцова Галину Смирнову, которая одна воспитывает троих детей – Игоря, Александра и Анастасию. Старший сын – инвалид детства. Семья находится в трудном материальном положении. Дети получили сладкие презенты к празднику. Как рассказала председатель Одинцовского отделения сторонников «Единой России» Надежда Дмитриева, вручать подарки нуждающимся в преддверии Нового года стало для волонтеров хорошей традицией.